Что ты купил? С помощью оливок. Пошло, пошло. В супермаркет сходили, купили какой-то фрукт, ну хрен его знает, на вкус. Не, яблоко не спелое. Так, не, не матерись. А сейчас я буду оливок снимать на камеру. Так он... Приблизи? Да, 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 да. Все, хватит. Да, вещь интересная. Вы смотрите, как своим большим ртом он кушает ненасытно этот, так сказать, фрукт. Оторваться тропический нельзя. Фрукт. Оторваться нельзя. В Африке этот фрукт жрут обезьяны. Мы с Олегом жрем его в Глостере. Очень большой магазин, вот широчайший выбор, так можно сказать. Глаза просто разбегаются. Это, наверное, единственный магазин, который... Наверное, единственный, отличный магазин, широчайший выбор. Все, что хочешь. Все, что пожелает душа. Вот эти колокольчики. Я думал, то зеркало, то не зеркало. Я думал, квадратов это будет 1003, наверное, да? 1003 квадрата, да? Ну, очень большой, очень. Что? Что? Здесь было все так, всю панораму. Все понравилось, пока не знаю, еще нормально. Красть! Но, еще раз, я, так сказать, делаю точку. Вот слово «но». Олег. В раздумье выбора, брать или не брать. Да, но все-таки... Я ничего не снимаю. И? Да, вот теперь снимаю. О, так? Да. Комментировать можно? Ну давай. Это здание СУМ. Спилки украинской молоди. На данный момент этой молоди 85 лет. А на этой улице живем мы с Олегом. Хочешь жить? Хочешь жить? Окей. Okay. Это год дневной обстановки до Мартынюка. Давай, давай, туда камеру. Я. Олег Николаевич будет нашим гидом сегодня. А, не нужна. Это личный разговор. Тут базары совсем другие. Ты сам как раз не успел снять, как ты порезал руку. Петух, бля. Он за сандалия, смотри. На минуту домой бы сейчас, да? Не хочешь? Пошли домой, да? Пошли домой, домой. Да, домой. И чтобы дома платили по 7 фунтов в час. Можно и дома работать.
только лезть, а кривлёшь сатана въездить, облегчение. И припали вместо руки, как у тыльми на ухе, я вханыкаю. А ты думаешь, если я как раз включил, ты был занят. А я думаю, сейчас я тебя... Олег удаляется, удаляется, слышишь, удаляется. Места не столь отдаленные. Да, да. Ты видишь? Умываться надо как? Закрываешь вот этой штучкой это, допускаешь воды. А потом руки моешь. А потом там умываешься. А ты забыл добавить, что вода у них нагревается электрически. Да, да, да. А потом раз, и Василь следит, сколько его спускает. Все. Это будет. Мы купили билет. На 9.24 мы едем до Бриджвотера, где нас ждет хозяин. Что там будет, мы еще не знаем. По приезду все выяснится. Знаешь, может так дешевше, чем на поезд? На поезд дешевле? Нет, так дешевше, перекладными. Перекладными? Да нет, я думаю, что перекладными дешевле не будет. Если тут ехать перекладными, то мы попадаем в деньги, если на национальные. А если национально, где-нибудь куда? Национально. Еще так же, потому что все фаны, блядь, все футбольные, знаешь, ездят, едут напрямую, знаешь, так поедут. Это дороже. А такого с одного места, как Коля сказал, вдерзли, потом вдерзли, вообще куда, знаешь. Ну, что-то система не вышла. Хорошо, да? Да ты шо? Порядок вот, конечно, я ебу. Покажи вон камеру, покажи газовую плиту в каком состоянии. Класс, да? Mm-hmm. Просто класс. Так, а ну туалет приоткрой там. Туалет? Открой, покажи на туалет. В основном все нормально. А в основном все нормально. В основном. Сяма. Пару слов по поводу. Домики. Вот тут газ. Это территория вся. Полная разруха. Сегодня был первый день работы. Собрали 10 вот таких контейнеров. Один контейнер. 15 фунтов платят на всех. А вот это кабри. Снимаешь? Долго не надо снимать. Оно раз запечатлелось, оно будет... Давай сюда. Посмотрим развалины древней фермы. 50-х годов. Автобусы. Выключай давай. Не, да, нормально. Лампочка просвещает. Да, 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 да. Ты же видишь. Ну что, на этой ферме нам еще работать сколько? Месяц. О, еще месяц. А, месяц два. Два месяца. Поехали дальше. Работать. Ходил работать.
А тут такая... Тут люди спали когда-то. Не снимаешь? Не? Снимаю. В этом вагончике живем мы. Мне тут сало спит. А тут я. В поселке Незерстоуэй. Это самый ближайший поселок считается. Уиллидж, это деревня. Поехали, это деревня. Вот для фермы, вот для нашей, где мы работаем. Это является центром. Это центр. Это является центром. Сейчас мы ищем араба, который тоже был нам передан. В поселке единственный телефон. Вот это вот посреди поселка. Посреди деревни. Снимают, не? Да, снимай, снимай, снимай. Панорама. Village Nether Story. Yeah? Yeah. Very nice. Вот так вот я хожу тут. По виллиджу. Короче, сказал, чувак. Вот так я вот хожу по виллиджу. Убегает из кустов, да? Come on, come on, come on. Да, горит. Нормально. Короче, сегодня у меня зерстовая была распродана. Платишь 20 пенни за вход, фунт за кулек и напрягаешь только в лес этот кулек. Все, что хочешь. Джинсы, свитера. Все, что можно. Все, что для работы пригодится. Вот мы злые деньги всегда идем до дома. Радоваться по пути. Снимаешь? Давай, говори, что видно. Вот этот Олег, короче, прикупился сегодня. Бесплатно. Бесплатно. Ш- смотри, какой шарфик. Модный, модный. Теперь рукава. Мы вообще... Рукава. Раз, на штаны, все окей, кепочка тоже. Ближе к зиме англичане, так сказать, используют плащ, модель, которую я ныне демонстрирую. Это последний писк моды. И правда ли я в нем неотразимый? Так. Так, прямо со свинцом совсем. Ну, вкусный. Покажи 4 слова. Буханок хлеба. Где 15 буханок хлеба? Ну, показывай. Уже у меня в сумке вон 15 буханок. И сосисок. И сосисок. Сейчас Олег взял 30 сосисок. И я еще возьму 26. Короче, маркет сегодня в плюсе в большом. Снимаешь? Да. Я что-то не вижу, что ты снимаешь. А я снимаю. Красное это не горит. Горит. Горит? Да. Ну снимай, смотри, две сумки и сосиски еще одна партия. Сейчас будет три сумки, каждая по 30 килограмм веса, да? Которую мы тащим. А еще вот здесь у меня есть. Сникер. Там.
ты сюда фунт снимаешь? Да, да, да. Фунт вставляешь. Погоди, пойди крупным планом. И когда другая тачка, значит, тогда фунт выскакивает. С той стороны вставлять, а фунт выскакивает. Да. Вот тут тоже, тут банок. Сколько мы взяли? 52 банки еще. Вот эта баночка. 5 пенни. 5 пенни баночка. Подожди, по. Ага. И вот это какие-то сосиски, 8 штук, 19 пенни. Да. Буханка хлеба порезана. Порезанная буханка хлеба. 22 штучки. 25 пенни. 28. Да, 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 25. Все, я выключаю. Да, вот эта машина, что мы ездим на работу. Такая. Такая, что страшно зайти в нее. Чтобы не спотыкнуться. А вот тут я сижу. Обычно, когда езжу на работу. В общем, в машине все что угодно. Машина Ford. Да. Да, вот это сафари. Коля, Коля, как тебе сафари? Пару слов. Вот это да. Тревор каже, газ! Поламаєш мотоцикл чоловіку. А? На такому мотоциклі треба скоро їздити. Все, пішла жара. He's quite a good guy, but when he was with, when Flippy was here, yeah, he had shit for brains. And because it was Flippy and Flop, and in Polish, I only know Flippy and Flop. In English or American, yeah, it's Laurel and Hardy. Yeah. Big fat man. Good, okay. Little thin man. Okay. Yeah.
Well, you know, look. I'm no see. Так, ну що, прийшли витягувати машину от эту. Коля, витягнем? 39. Витягнем монстра или нет? Говори давай. Витягнем? Витя, а ты как? Куда мне войти? Будут тут стоять. Та чё ты материшься на камеру? Да, что-то похожее на ажину. По-английски Blackberry звучит. Звучит и звучит. Вокзал Бриджуотер. Это автобусная станция в Бристоле. National Express. Где-то на этом автобусе я еду в Бриджуотер, в Глостер. Нечего снимать. О, это мы сегодня скупились. По плотнику. А ну-ка,
покажу. Давай, выносим. Ждем тогда. Что нам надо? Через кидывай. Что для этой слоковины заказ? Завязывай. Олег Кондрат. Дай гляну. Нормально. Без бэклайта? Да. Значит, ты... О, так ты видел, что я купил сегодня? Снимай, смотри, снимай. Мы сегодня купили его. Да, так она включена была. А? Она же включена была. Не, да, что такое? Так она включена. Все время? Да. Ты смотри, биф, это мы кушаем, бургеры каждый день, каждый день. Биф, печенье. Я каждый на Украине как лет. За сколько мы набрали? Котлеты. На 40 фунтов мы набрали. На 40? Да. И 10 фунтов еще на молоко, на неделю и на хлеб. Ну это в самый раз. Так, давай я что-нибудь понесу. А какие мы взяли эти, ты видел? Кого? Это пиздец. Мюсли. Да. Грузы какие. Ладно, я же наберу. Ебаный нас. Купили. Где мы переодеваемся обычно? Хламья полно всякого. О, это собака. Кого это собака, Сара? Собака наша хозяина. Правая. А вот его мотоциклет. У меня не один мотоцикл. У него еще 8 дельтапланов есть. 8 дельтапланов. Ну да, посижу на нем, нас не имеет. Джип и Судзу. Зайди сюда. О. Вот это только так я могу на этом мотоцикле проехать. БМВ. Просекаешь? На спидометре 140 миль в час. Слышишь? Да, да. Ну давай дальше. В эту. А тут переодеваются джамайки обычно. Дельтапланика. 26, 27? 27. Взлет. Это все дела. Секундомер, часы. 8.52. Сейчас 7.52. Все, прекращай. Вот там трасса. Где ты там есть? Ну, говори что-нибудь. О, значит, вот это лук. Это Сява целый месяц собирал лук. Это я собирал лук. Значит, видите, какая высота? Видите. А, да. А ширина, давай, заходи сюда и покажешь, сколько в длину. Тут не... А вон, смотри, какая длина. Вот это все мы собирали. Лук. А перерабатывать его, не? Да, лук это мы будем перерабатывать. Джордж, погоняла кроль. Это негры из Ямайки. Они вместе с нами работают. Кони. Это резкость ходила. Вот это Джамайка, Сявина. Любовь. О, вот это наш босс, Робкин. Его джип и Судзу. Черт.
Ай, ух ты! Кусючі які. Страусята на фермі. І всі кусючі. Всі кусючі страусята. Можна за шею даже потрогати. Вот этого особенно. Ай. А под перьем ничего нету. Целое стадо собралось. И все кусючие. Кусючие страусы. Так, а что? Недавно нас стукнула машина, когда ехали на работу. И вот підлогу пошкодило, і капот не відкривається. Ні, багажник не відкривається. І підлогу пошкодило. Щоб зремонтувати, треба 450 фунтів. В общем, проще викинути машину. Вот ми на цій фірмі працювали. Скільки вже? Вже півтора місяця працювали. Да. Чем тут всякие привидения? Это за неделю до Хэллоуина идет праздник такой, Pumpkin Festival. Да. Pumpkins — это тыква. Это шеф наш делает так продажу пампкинсов. Делает праздник, барбекю, пиво, водка. Всякие драконы, вот они, зубастые, страусы, вот такие страусы. Попозже пойдем к живому страусу. Корова, морова. На вот этом поле собирали пампкинсы. Пошли вы куда-нибудь, ложка вина. О, вот это Слава целуется с бычком. Бычка зовут Яша. А вот это страусы. Если бы раздразнить бы их, убежал. Вот это дырочки, и сюда пампкинсы кладут. Да. О, вот это мы находимся возле мадам Кусо. Снимать вроде нельзя, но все непонятно. Можно или нельзя в середине снимать. Восковые фигуры. Мадам Кусо. Один дома, сними его. Где? О, сразу за колонной. Ну что, вот мы мадам Кусо.
Где настоящие фигуры, где не настоящие, непонятно. Вот Шварценеггер. О, Дэнди Крокодил. Ну смотри, ну давай, садись сюда. Садись, иди, говорю. Ну что, брателло, ты видишь какой? Жерар вся, все дела. Что это такая? Не знаю. Вот Наполеон номер. О, Чарли Чаплин. Вот это Элвис Пресли. А что за это? Что это такое? Так, вот Майк Джексон. Красавец. А тут должен быть... О, Сталлоне. Знаете, Сатара Фирка? Это Бэтмен. А, Супермен. И Сава Шнири ходит тут. Вот это все восковая фигура. Горбачев, Ельцин, Лев Валенса. И кто это? Рейган, Рейган, ты смотри, этот. Вот тут возле Рейгана кто? Это забыл. Джон Кеннеди. Кеннеди. С дубинками какие-то первобытные, тут непонятно. Сява, да просто так не снимаем, ну нахрена.
Лучше бы меня там заснял рядом. Видишь, я вижу, да. А что это? Ух ты, это же вся царская и королевская семья. Ребята. О, и ты что, я? Давай, мы должны погулять, да. А вот и Черчилль. Да? Черчилль? Нам не сбить ламу, не надо хуя. Сейчас вас снимаю, да ты материшься. Так, движемся к Папе Римскому. И всех его подопечных. Хусейн и все богатые пошли, арабские. Ну, тут непонятные какие-то негритяне. Ну, на Хождяне меня заебал. Ты уже снимал тебя сегодня, че не еще? Я с Хождяне не снимался. Вот это мадам Тюссо сама. Основательница музея. Франклин. А вот это Вольтер рядом. А. Бетховен и Моцарт маленький. Это Диккенс. Моцарт. Моцарт и Минуэль. Все, ты меня снимал? Да, я тебя снимаю. Так я не помню, ты что, у мадам Тюссо стоишь? Ну да. Угу, стоит Сенна. Давай, ты же... Черт ее знает. Ого, принцесса Диана. О, Лютер Кин. Вот это Гермут Холь, Жак Ширак и еще какой-то. Непонятно. Ну, право. Ну, остальные, понятно. Товарищ Гитлер, собственной персоной, под стеклом. И идем в подземелье. Thank you.
Ну что, решили не пойти, потому что 5 паундов каждому надо заплатить за билет. Вот этот чувак нам сказал. И Сава решил не пойти, свои деньги подсчитывает он. Мои тряпки сушатся. Сява что-то там записывает. Что ты записываешь? Адрес. Мой? А Фалия зашугали. Фарли! Шугит. Да? Иди до меня. Иди до меня. Иди до меня. Иди сюди. Иди сюди, малюсенький. Иди сюди. О, окольными путями обходит. Так. Да. Да? Да? Коля смотрится. Да. Виктор изучает. Подсуетил. Витя сегодня второй день на морозе, блядь. В смысле? Бэклайт. А что такое бэклайт? Бэклайт – обратный свет, подсветка экрана, я так понял. Подсветка экрана. Он мне, чтобы в темноте снимаешь, типа, чтобы не темно было. Хотя я, что мало верится мне. Так, а время прошло? Все, ты снимаешь? Да. Ты серьгу снимешь, блядь. Я же ухо пробил. Да я ему ухо пробил. Слышишь, по пальцем верхним попробуй это. Ну, дальше наезд ближе делай. Наезд и это, ну. Сейчас, я не достаю палец. Наезд я сделал, а дальше не могу. О. Теперь назад для тоже. Да заебись, показывай, да? Ну, теперь я свою задушку. Здрасте. Колю сними с фиксой, Коля, улыбнись. Вот Коля скоро будет машину покупать. Завтра. А смотри, вот дальше, на это. Дальше не делай. Распродажу. Говорит, денег нет, 40 фунтов в кармане. Пана Василя с ними крупным планом. Сегодня добродий наш. Не турбуй меня, бо то горлова справа. Я не можу в горі. Лискова. Горлова. Все через горло качається. Very good. Wunderbar. Ти вийдемо на каруселі сьогодні? Так. Чи ми п'яні без каруселі? Йдемо. То коли закриття? Завтра чи сьогодні? Де? На другий тиждень. 10. Фарли. Аж на другий тиждень? Салют. Ні. Суботу вечора. Це і субота. То ще є то. А куди? Розіслання, то його спеціальний вогонь, 10-й годині вечора. Знаєте, вогонь. Парли. О, ні, то це і суботу, так? Ні, на другу суботу. Це, ти учти, як. Чого би це бик по стерні ходить? А де бик не ходить? Його носять. Та висипка. Вийдемо, я спробуємо
Выше стало? Нет. Справилось. Ты хоть бы что-то показал, не знаешь, снимай и спецкамеру, и снимай с камеру, и все. И за столом с камеры. Але чтобы не спорти, бо буде треба звернути назад. Так. Там, де потрібно. Я думаю, що ти не спортиш. Ну, якщо технологія не... у тебе навіть на кінці пальчика. Все. На кінці пітні. Так, боліше, на здоров'я. Все за професіональник. Чому знати, як ти очі позакривав? Нічого не бачу. І окуляри затемнив. Гоку позаливав, гоки позаливав. Через 4 лінзи знімаю. А Іван, Іван, пару слов. На український мові. Ну, для кого? Хлопці! Для громади. Для кореспондента. Для громади. Для візорів. Все окей. Все окей, зрозуміло. Папай пішов. Папай? Ти як в голові товариш? Пішли голова товариш на сьогодні. Тут такий, як на кому стало, то це. Дякую. Відведа. О, бублишки. Бублишки приносить. І Чайковський. Чайковський. Він скинув возі вісімки, він хоче нагнати. З далекої Японії. З далекої Японії. Оце була пісня йде з далекої Японії. Так, вони хоче саме м'ясо. Бородати? Що? Я до дівчини не можна притулити сьогодні. Скажу, іди бався їжака на полі, а не зі мною. Ну, але до молодиці можна. Ні, то не курний їжак. Я не є тут їжак. Трава, яйця лоскоче. Я босий на горі, босий. Траву скосили. І на старі середні околи. Отак робить. Київляни. Нехай перенесуть парламент до Києва. І вони росіяни, не москвичі, росіяни розказують. Руку за стіл даємо і робимо згоду і керуємо слов'янським народом. І їхні фахівці навіть кращі. Я б сказав, що навіть кращі. Я на тому не помилюся. Навіть кращі фахівці є в Росії. Але ті фахівці не погоджуються вже тепер. Навіть Єльцин ви. Пішов в владі. Я знаю, що не знімає. А всі хочуть, щоб знімала, так? Але щось показує, не взором. Показувати? Покажу. Потім, половину. Я не можу показати. У всі дивляться на красну кнопку. Ну, пошу. 3.08.96 року. Громче. Громче. Так, 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 так. Ми відправимо Таню твій чоловіком додому. Що ти, комаря лапаєш? Бачиш, сьогодні вже всі п'яні. І зараз ми... Коротше, зараз ми прийдемо знімати негритянок. Щоб жена моя не правильно... Ну, зайчик мой. Ти ж знаєш, я тебе не зміняю. Ну, хочеться ж попробувати. Олега не знає, Олег тут... Олег просто знімає. А я вот, так сказать, комментирую события на данный момент, да. Олег смеется, мне тоже смешно. Выпили очень мало, покажи, покажи, что мы выпили. А короче, там водка белая стоит 10 фунтов 55 пенни. То есть, короче говоря, 11 фунтов. Это очень дорого. Это литровая бутылка. У нас литровая бутылка стоит 300 тысяч, кремлевская. Почему не врать с родины такой водки и тут напиться? Потому и на водку мы тратим на водку здесь. Практически мы вообще не тратим на нее. Батарея. Не то. Что?
Что, давайте, ну давайте, что? Я же не понимаю, что ты поднимаешь под стол. Вона ж на столі тримати, вона місце. Тоні Блаттер. Українці. Ну хто що каже, давайте. Не можу, не називаємо. Трохи. Передаю привіт родині Блінку. Танці. Музики хватає на полі. Давайте знімаємо, будемо пити. Проважаємо додому. Давайте, знаєте що, я хочу випити дівку за наших хлопців. Слідний раз нас провозає. Ну, нас. Вже всіх. У останню дорогу! Думаю, що не останню. Останню, то що? До куди? До України. Що, до України. Так, давайте, хто що скаже. О, все, все, все. Я хочу випити за наших хлопців, що ви бачили. Вони хоч на чужині, але все одно залишаються нашими. І дай Боже, щоб ви все-таки були, наші хлопці. Бо без вас можна пропасти. Для друзів говна не шкода! Все, хватить. Годину. Час спустя, ну, взагалі, понятно. Все нормально? Олег, Олег, состояние. Состояние полнейшего нестояния. А не таке, чуєш, не таке, як на фотографії.